Я до 22 лет влюблялась только в мальчика. И у меня практически не было никаких там мыслей на тему того, что я могу влюбиться в девочку. Но любовь — это такая штука, о которой вы ничего не решаете. Это противоестественно, вы не понимаете, что вы делаете? Ага, да вы вообще в здравом уме? Вы идете в ад! Вы все идете в ад! А в Госдуме сегодня нелестно отзывались о гомосексуалистах. Законопроект о запрете гей-пропаганды в стране депутаты сегодня рассматривают в первом чтении.